Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Циклоническая волна на южной фронтальной системе формирует условия для развития теплых дневных и ночных гроз на юге Сибири. А теперь о погоде более подробно. 30 июля в Новосибирске ожидается кратковременный дождь с грозами. Ветер западный от 2 до 7, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 16-18, а днем синоптики прогнозируют 23-25 тепла. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю отличного настроения.